Жена и мама, студентка и работник, кулинар и домохозяйка. Современная женщина совмещает множество профессий одновременно. Но иногда ей нужно время на себя. В минувшие выходные общественная организация «Родник» провела семинар под названием «Что может женщина?». Приглашены женщины, которые занимаются в какой-либо сфере и достигли успеха. Кто-то занимается косметикой, появилась возможность узнать о качественной косметике, как ухаживать за собой, за кожей лица, за телом, что женщине необходимо следить не только за своим лицом, но и также за всем телом. В качестве гостей мероприятия были приглашены женщины самых разных профессий. Одни рассказывали об уходе за собой и халяльной косметике, другие – о тонкостях оздоровительного массажа, третьи – о способах быстрого наведения порядка в доме. И вот так мы складываем такую небольшую пирамидку. Согласитесь положить такую пирамидку в полку и взять верхнее полотенце, либо даже нижнее полотенце. Можно складывать любым образом, как вам удобно, как позволяет полотенце. Кумысай Бапина – блогер и молодая мама. Ее лайфхаки по домоводству оценили все собравшиеся. Благодаря этим небольшим хитростям все вещи будут лежать на своих местах, а у женщины появится дополнительное свободное время. Следом выступила специалист по правильному питанию Ясмин. Все ее советы основаны на личном опыте. Ведь совсем недавно она весила на 20 килограммов больше. Мое окружение стало обращать на меня внимание. Спрашивали: «Ясмин, ты что с собой делаешь, что ты так постройняла?» И я вот начала осваивать благодаря этому новую профессию. Такие мероприятия для активисток «Родника» не редкость. Благодаря им женщины могут не просто провести время в приятной компании, но и узнать много нового и полезного. В этот раз встреча проходила в пиццерии «Верона» и закончилась чаепитием с халяльными сладостями.